Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Года уже 4 почти назад я показывал на канале «Сэндвич Кубана». Для этого дела даже ростер специально покупал. Китайский. С тех пор мои юные операторы регулярно требуют приготовить такие сэндвичи. И при всей своей вкусноте они мне, честно говоря, уже поднадоели. Я решил сегодня приготовить несколько разных сэндвичей. Быть может, какие-то из них операторам понравятся даже больше кубаны. И у нас получится сменить несколько сэндвичевый рацион. Тем более, что для кубаны мясо нужно сначала мариновать 12, а то и 24 часа. А потом запекать. Короче, подготовительный процесс достаточно долгий. Пробовать разные сочетания я буду прямо сейчас. Так что на данный момент я даже не представляю, что с чем соберу в сэндвичах к концу этого ролика. Приступим. Во-первых, в какие-то из сэндвичей обязательно положу подпеченный сладкий перец. Ростер уже греется. Пластинки сдобрю оливковым маслом Extra Virgin. Это не для жирноты, для вкуса и для аромата. В ростер их. Не собираюсь обжаривать до полной мягкости. Так, подпалю для получения характерного аромата. И достаточно. Булок тоже разных накупил, как видите, чтобы сэндвичами не путаться. Надо разрезать, чтобы срез поджарить. Супер. Перец у меня уже, наверное, дошел до нужной кондиции. Да, отлично. Теперь надо булки подпалить. Чтобы процесс шел быстрее, разложу ростер. Для разных сэндвичей у меня разное мясо. Это медальоны из говяжьей вырезки, совсем не жирные. Это свинина с множеством мелких жировых прослоек. А это я подготовил котлеты из смеси говядины и жирной свинины. Плющил их вчера при помощи вот такой вот приспособы. Пластиковая фигня, конечно, но удобно. И ночку они мне пролежали в холодильнике. В составе только мясной фарш и соль. Булки уже пора снимать. Еще в дело пойдет разный сыровял. Варено-копченый бекон и вот такой вот соленый. Видите, написано из стила британика, то есть английский стиль. Он, короче, очень такой мокрый и соленый. Прикольный вкус. Несколько необычный, но прикольный. Также немного поджарю. И пока процесс идет, нарежу лука, помидоров и огурцов. Взял сладкий красный. Один сэндвич будет с большим количеством сливочного масла. Чтобы пожирнее было и изнутри смажу, а позже и снаружи тоже. На 10-15 секунд на ростер, чтобы с маслом вместе прижарить. Эта булка пойдет для сэндвича с говяжьей вырезкой. Она же не жирная совсем, надо скомпенсировать. Так, а эту булку смажу горчицей. Она, наверное, пойдет для жирной свинины. Мне кажется, неплохо будет сочетаться. Кстати, булки надо уже снимать с ростера. Пора, пожалуй, уже жарить вырезку. Присолю ее сразу с двух сторон. Нарезано достаточно тонко, так что готово будет очень быстро. Bye.
опять масло сливочное. И опять в ростер. Буквально 1-2 минуты, чтобы корочка булки стала хрустящей. Как мне кажется, сэндвич удался. Про вкус сами догадаетесь. Пора жарить мясо для второго варианта. Это у меня свинина, напомню. Нарезано совсем тонко, так что и готово будет моментально. Напомню, что этот сэндвич я собирался с горчицей готовить. Его тоже поджарю снаружи. Также 1-2 минуты для получения хрустящей корочки. Ну и последний вариант на сегодня пора попробовать. Тут тоже все очень быстро. Голосуйте в комментах, какой из сэндвичей вам больше понравился. Первый был с говяжьей вырезкой, с квадратной булкой. Второй был с вытянутой булкой со свининой. И третий с двумя котлетами свиноговяжьими и с маринованными огурчиками. Спасибо за компанию, за лайки. Если что-то не понравилось, спиндюривайте дизлайк. Всем пока!